Привет! С 18 января стартует мой курс «Жизнь в движении». Я наберу 10 человек, с каждым из которых буду заниматься индивидуально. Внизу полное описание курса, но до того, как вы его прочитаете, я хотел бы вам рассказать, о чем же будет этот курс. Этот курс о здоровье. Этот курс о теле. Этот курс о здоровье тела. Наше тело нам необходимо для того, чтобы мы могли двигаться. Но есть два типа движения. Разрушающее и дающее жизнь. То есть человек, двигаясь неправильно, с каждым движением себя разрушает. Человек, двигаясь правильно, с каждым движением дает себе заряд сил и бодрости. Именно об этих принципах мы и будем говорить. Как же получился этот курс? Откуда я его взял? Откуда он родился? Этот курс квинтэссенция моего 15-летнего опыта в борьбе с собственными травмами. Когда-то в 20 лет я получил травму и думал, что я останусь инвалидом. За это время я обошел огромное количество больниц, врачей, методик, европейских, восточных. Я перепробовал все, что можно было перепробовать до того момента, пока не понял, что единственный человек, который мне может помочь, это я сам. Я стал фанатом движения, я наблюдал за собой, как я сижу, хожу, плаваю, бегаю, прыгаю, и за тем, как это делают другие. Я наблюдал, как двигаются животные, я наблюдал, как двигаются птицы, и изучал восточную культуру, изучал индийскую культуру, изучал русскую культуру. В результате у меня сложилась система принципов, по которым я сейчас и живу. Сейчас я совершенно спокойно могу ходить с дочерью на батут, выполнять сложные элементы, как раньше, прыгать сальто, фляки. Могу с легкостью ходить на каток, я занимаюсь параллельно кунг-фу, тайцзи, цигун, и ни в чем себе не отказываю. Вот именно этими принципами, которые дают возможность каждый день жить на максимум, я с вами и буду делиться. Читайте. Если у вас возникнут вопросы, пишите, я вам с радостью отвечу. До встречи!